Всем привет! Я продолжаю играть в игру Merge Dragons, соедини драконов. Ну что, сегодня у нас Новый год по китайскому календарю. И как вы видите, началось событие «Год кроликам». Итак, давайте посмотрим, какие призы нас ждут в этом событии. Итак, во-первых, я вижу какое-то абсолютно новое яйцо. Яйцо водяного кролика-дракона. Какие очаровательные ушки из него торчат. Так, и что-то написано «Королевское яйцо». Ну, дальше сундуки. Золотые волшебные сундуки для Аркадии. Еще новый дракончик. Гнездо с яйцами императорского дракона. Такого тоже еще не было. Так, взрослое драконовое дерево. И вот как он выглядит. Водяной кролик-дракончик. Симпатяшечка, между прочим. Так, три гнезда, три таинственных супергнезда, вот такой изящный бонсай, такой у нас уже было. Это детеныш дракона-гаргульки, и вот они, два вот этих новых дракона. Да, китайский императорский дракончик повелевающий. Четвертого уровня нас ждет и вот такой величественный водяной кролик-дракон. Слушайте, у нас хорошая мотивация пройти это событие. Но прежде чем его проходить, мы должны получить призы. Сейчас я... Во, призы, события «Дикие земли». Посмотрите, сколько драконов мне удалось получить к себе в лагерь. Я всех накормила, всех получила. Вот оно, завершилось это событие. Можете на них посмотреть. Самое главное – это два вот этих вот обжорки красавчика. Так, ну что ж, касаемся, вот они все дракончики в лагере, вот в одном таком вот, в такой одной сферке, я сюда их кладу, доставать их пока не буду, оставим это на среду, потому что в среду мы получаем сундук логова с вами и получаем всех дракончиков события, дикие земли. Ну что ж, пойдем наше вот новое событие, год кролика, и посмотрим, что он из себя представляет. Так, смотрим, смотрим, была ли у нас вот такая, как я называла ее, бирка. Знаете, в отелях есть такие бирки, вешают «Не беспокоить», «Do not disturb». Очень-очень похоже, которая вешается на ручечку, мне так кажется. Так, что у нас тут будет? Итак, у нас есть звезды, 10 звезд. При выполнении всех 10 заданий мы получим дополнительные призы к тем, которые мы уже с вами посмотрели. Вот те, которые призы мы видели в начале, там яйца, гнезда, дракошки, их получаем за очки, которые здесь получим. А вот за 10 звезд, вот первые из них, это 5 любых предметов, соедините, соберите сырье с двойного цветка жизни и исцелите 35 земель. И когда 10 звезд выполним, получим дополнительные награды. Древний родник второго уровня, гнездо с яйцами совенка грифона и золотое дерево третьего уровня. Так, что нам за предметы надо будет собирать? Кстати, в сезонном портале событий это задание. Совмещайте любые предметы 255 раз. Замечательно, как раз я это и буду делать. Вот я вижу, что у нас тут дракончик, самый медленный, обычный самый медленный дракончик каменный. И посмотрим, какие у нас тут... Таинственные облака, сердечко обычное. Сейчас у нас дракончик это сердечко добудет. Вот я его возьму, сразу открою одно облачко, которое у нас тут на пути. И дальше вот эти можно сердца посоединять. Пускай дракончик пока добывает. Смотрю, дальше следующее вот облачко закрыто таинственное простым цветочком, который у нас есть. Давайте чук откроем. Есть. Так. Отлично, дракончик пускай нам пока добудет сердечки, а мы с вами рассмотрим. Нам нужно будет собирать, как я вижу, вот такие лампадки, лампы. Мы уже такие с вами собирали, это мистические фонарики. Да-да-да, было такое похожее событие. И как вы видите, сейчас я вам покажу все вот эти лампионы, лампы. Надо собрать два таких тигра 9 уровня по 20 тысяч очков, чтобы мы могли получить все призы новых дракончиков. Господа мои хорошие. Так, пока дракошечка добывает нам сердечки, давайте посмотрим, какие у нас еще таинственные облака. Двойным цветочком таким синеньким закрыто. Вот такой цветочек вот рядышком находится. Вот с него надо будет, их надо будет соединить, чтобы двойной получить. Это осеннее деревце. Это колонна.
Это деревце уже повыше уровня. Это тоже цветочек выше уровня, такой синенький. Дальше еще колонны. Короче, колонны, цветы нам надо будет собирать. Осенние деревья еще одно. Это тоже колонна более высокого уровня. Вот этот вот пандочка. Пандочка у нас собирается из лампочек. Вот он, сейчас скажу, из лампадочек. Вот эта пандочка у нас восьмой уровень. Видите? Вот ей закрыто облачко. Так, что еще у нас тут? Гнездо с яйцами дракончика. Гнездо с яйцами у нас будет наверху, как обычно, на самом верху. Давайте посмотрим. Вот гнездо, да, которое мы в конце обычно открываем, но где-то 50 тысяч стоит. Звезда тут. И вот чаша. Это самые такие последние будут призы, которые мы откроем. Ну, а так, в принципе, все понятно, да. Вот чаша, гнездо. И где-то еще у нас тут звездочка будет спрятанным. А так цветы и осенние деревья, и колонны, да, из вазочек надо будет собирать. Ну что ж, давайте начнем. Так, первый, как вы помните, мы собираем побольше такую хорошенькую сферку и открываем вот эти все травушки не соединением, а именно открыванием. Вот. Именно сферками открываем эти травушки, чтобы их не расходовать. Потому что дальше, видите, по 50 они будут стоить, и мы будем копеечными травами открывать вот эти всю зону по 50, да. Поэтому сейчас нам надо вот это по 2 открыть, вот эти все, да. Наши сферки. Вот случайно одну лампочку взяла. Я сюда хочу пробраться. Вот, смотрите, делаю первые сферки. Надо еще побольше сферку сделать. Вот этого дракончика трудно заставить работать. Он такой медлительный у нас. Ой-ой-ой-ой-ой. Но наша цель на сегодня – это найти яйца еще одного дракона-дружка, который нам будет помогать, и собрать двойной цветок. И тогда расскажу, что мы будем делать дальше, куда будем прорываться. Сейчас еще сделай мне, пожалуйста, 3 сердечка. Еще 3 сердечка сделай нам, пожалуйста. И мы пойдем дальше. Да, вот, слушайте, на этой неделе нас немножко замучили. Дикие земли дали собирать. А теперь, пожалуйста, события с новыми дракончиками. Хочется новых дракончиков получить. Вот я направила сферку именно там, где у нас клеточки закрыты по одному, два очка примерно, да. И смотрите, я открыла 34 земель, соединилась у меня. Так, открыла, надо 35 земель открыть, вот, чтобы мне звезду получить первую. Есть. В этой звезде иногда бывают сферки, которые нам... Следующее задание, видите, 350 надо открыть. Так, сейчас посмотрим. Вот такая вот мне сферка нужна. Вот целых 2 нам дали. И вот этими сферками сразу бомблю, открываю дальше. Чашу бесплатную взяла. Так, есть вот эти тоже по 4. Вот эти все открываем по 4. Вот эти дешевые, вот эти все открываем. А дальше уже пойдем в зону там, где подороже. Так, есть. Вот видите, сколько мы смогли открыть такую вот дорогу. Так, смотрим, что у нас тут понаоткрывалось. Стоп. Вот сердечко мне нужно обычное. Вот такое маленькое сердечечко. Где-то я его потеряла в пути. Вот оно. Чинишь, вот эти клеточки еще все по 4. Ну что ж, можно уже начинать их соединять. И собирать вот эти вот росточечки. Начинаем собирать цветок и прорываемся потихонечку дальше прорываемся. Вот так, 4, и давайте вот 5 есть. Вот еще 2 цветка получим. Вот эти лампадки можно смело соединять, вот, доставать клеточки. Есть. Вот такие бамбуковые росточки, вот эти вот бамбуковые, видите, духовные деревья. Со второго уровня начнут дракончики на них реагировать и добывать лампочки. Поэтому мы их не соединяем, да, стараемся их не соединять, оставим их в покое. Потому что как только мы их соединим, дракончики наши будут отвлекаться, а нам это совсем не нужно.
Так, нам это не нужно, нам это будет только в игре мешать. Потому что здесь вот эти предметы собирать, это не основное. Основное здесь сферы собирать и открывать территорию. Вот, видите, я по 5 стараюсь соединять, чтобы побыстрее собрать цветочек. Вот, поэтому я так пробралась сюда вот, где уже подороже идут у нас. Уже по 50, я так понимаю. Нет, еще по 10. Так, 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 цветочек вот вижу один. Тут еще все по 10, вот сюда по 4, по 10. Так, листик, листик, листик. И вот такая травушка мне нужна. Так, пора. Вот, цветочек пятый. Вот так вот. Да-да-да-да-да-да. Вот зелененькие. Есть. Дальше вот такой. Видите, когда у нас много травы, то мы хорошо продвигаемся. Так, что у нас тут с цветами? Нам бы двойной цветочек получить и открыть. Так, лампадочки вижу. Вот лампадочки могу открыть. Обычно первая вообще вот минут 20 занимает, первая стадия, по крайней мере. Я думаю, что мы сейчас найдем эти яйца. Посмотрим сейчас, где они тут есть. Я стараюсь просто пробраться в более дорогую вот эту территорию. Так, так. Ну, вот можно вот так выбрать здесь. Так, а вот у нас будет черепашка помогать. Вот одно яйцо я вижу здесь вот уже. Так, вот листик я нашла. Это листики у нас, знаете, листики от фруктовых деревьев. Это будут фруктовые деревья, которые нам будут давать вот такие же росточки цветка жизни. И мы будем их использовать, чтобы тоже выращивать и собирать дальше цветок. Росток дерева жизни 8 уровня, который нам будет уже хорошие сферы давать. Это нам понадобится на следующем этапе. А сейчас я ищу яйца. Вот одно яйцо я вижу, вот оно. И где? И вот сюда мне надо дойти. Мне нужно вот этот весь край пройти, чтобы я могла добыть второго дракончика. Потому что с одним дракончиком это все. Это будет засада у нас в этой игре. Один дракон здесь ничего не решает. Мы будем проходить 5 дней события. А нам нужно за один день пройти. Мы хотим пройти за один день. Так, вот тройной цветочек здесь еще, я смотрю, нам пригодится. Хорошо. Так, цветок сюда. Что я там хотела? Нет, мне нужен такой вот. Где он? О, еще есть. Пробираемся. Смотрим, какая нам травушка нужна, то и берем. Вот, видите, как я пошла. Трум-пум-пум. Вот еще два цветочечка. А вот здесь у меня уже 4. Вот так. Отличненько. О, листик еще один освободился. Может, еще понадобится где. Вот тут один, смотрю. Так, 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 поехали дальше. Вот такой мне, такая трава нужна. Есть. Так, дальше вот такая. Отличненько. Дальше, видите, как нам трава понадобилась? Тут одна трава на траве. И лучше ее по 5 не соединять, чтобы дойти куда надо. Иначе по 50 будете мучиться. Мучиться и искать, делать сферки. А нам нужно просто дойти. Вот уже 5 собрала. А вот где листик я нашла. Вот еще один листик. Вот еще один росточек. Так, я скоро первое деревце сделаю, когда увижу. Так, нам нужна еще вот такая травушка. Она у меня как раз здесь. А дальше, так, а дальше мне нужна вот такая лампадочка. Вот, спасибо, мой хороший, ты бываешь как раз лампадочки, фонарики.
И смотрите, мне две зеленых травы надо, чтобы до яйца добраться. Одна зеленая травушка, и вот еще одна. Так, все, до двух яиц я добралась. Теперь мне нужно одну из них открыть, потому что у меня, то есть мне нужно сделать сферку. Потому что одно яйцо вот у меня, видите, здесь вот одно готово. А еще у меня нету двух яиц. Вот одно тут, другое тут. Так, сейчас я еще один росточек найду. Могу я найти еще один росточек, или у меня его нету? Ой, я цветок нашла еще один. Вот. Этот цветок дешевый, 10. Давайте откроем, который подороже, за 50. Вот этот вот. О, вот двойной цветочек. Откроем вот это облачко таинственное. Так, здесь деревце у нас. Вот, и росточек есть. Замечательно. Тогда цветы вот соединим, чтобы они тут не мешались. И получим два вот таких вот цветочка. Надо еще один такой цветок собрать. И двойной цветочек у меня уже будет. Так, вот я нашла росточек. Я не могу их нигде соединить. А, вот тут есть росточек, вижу. Спрятался. Давайте-ка я его до сюда дойду. Сэкономлю, можно так сказать, один росток. Раз, два, один останется, пригодится. Вот это деревце нам будет давать вот такие росточки цветка жизни постоянно. Так, что у нас? Так, двойной цветок у нас есть. Сложу их куда-нибудь сюда. Так, освободим. Пока мой дракончик вот добывает, давайте я его понаправляю, чтобы он мне побыстрее добыл то, что мне нужно. Мне нужно одно освободить. Так, я буду складывать вот эти все предметы куда-нибудь вот сюда. Вот, все такие необычные. Так, давай. Вот трава еще. Вот у меня один цветочек еще есть. Вот сферки. А, вот какая хорошая у меня тут сферка. Слушайте, ее можно было бы потом открыть. Угу. Давайте я пока использую траву, которая у меня есть, вот, для получения росточков. Вот у меня такой синенький уже цветочек есть, и вот такой вот. Мне нужно еще немножко, как вы видите. Так, синяя травушка, вот она, чуть-чуть зелененькая, если есть. Сейчас вот зеленая есть. Годится. Еще два цветка мне надо. Мне нужно еще два цветка. Для этого вот одна трава. Чуть-чуть. Мне надо 5 таких сделать. Одна. Так. Там колонна. А вот еще росточек у меня один есть. Я вижу. Это очень хорошо. Вот эту будем открывать за 50. Там. Так, что у нас тут работает? Наш дракошечка работает, работай, молодец. Работай. Так, эти рыбки нам дают лампадочки. Так, листик я сюда унесу. Вот эти фонарики. Так, милые мои, так, у меня еще трава должна быть, вот она. Сейчас вот еще росточек получим. Раз, два. Так. Нет. Сейчас я вот эти возьму сюда и вот сюда. Вот два росточка. Раз. Нет, вот эти, вот этот цветочек, пожалуйста, над ним работай. Два. Сейчас еще один росточек добудем. Вот, например, я вижу, где-то там была такая вот травушка. Вот, например. Вот так вот. Вот они, два цветка. Тарам-пам-пам. Смотрите. И вот я сделала первую часть задания. Смотрите, сколько у меня это. 19 минут заняло, да? 19 минут. Я добыла вот уже цветок, с которого мне по заданию нужно 200 сферок добыть. Так, это я пока. Вот пускай мой дракончик. Видите, так как у него нету бамбуковых вот этих вот, бамбуковых растений, да, то ему больше нечем заняться. Вот ему нечем заняться, он вот это мне и добывает. Видите, сейчас я вот это вот уберу, чтобы она не мешала. А то обидно за 50 открывать вот такую вот штучку. Вот.
траву обидно открывать. Сейчас посмотрю, может, у меня еще трава где-то есть. Ага. Нет, сверка тут, кстати. Да-да-да, работы. Видите, какой он медленный. Вот с таким дракошкой мы бы события проходили бы очень-очень долго, господа мои хорошие. Поэтому нам очень нужен, обязательно нужен товарищ, партнер. Сейчас мы его с вами добудем. Вот, я вот здесь вот запущу, вот, чтобы мне это яйцо освободить второе. Вот так. Есть вот одно яйцо, вот второе. У нас черепашка появится. Она черепашка, но она будет очень быстрая черепашка. Вот сейчас увидите. Сейчас я ее призову и скажу: ребята, давайте теперь работайте. Ну вот, смотрите. Первая часть работы выполнена. Потом у меня пока будут они работать, я могу походить, повытаскивать еще, вот пооткрывать вот это вот, еще травушка нашлась. Видите, я могу походить и пособирать всякое разное, пооткрывать еще разные клеточки, которые у меня предметами закрыты. Вот, допустим, сферка такая, вот фонарики могу вытащить, травушку еще. Ну, короче, от нечего делать, можно вот это вот все понаоткрывать. Да, потихонечку. Итак, пока мои драконы будут теперь вот только привязаны к этому одному растению, я могу им пальцем помогать, чтобы они быстрее работали. Могу не помогать, но отличное поле. Мне очень нравится это поле без дырок, да, что здесь вот очень много места для складывания сфер, как вы видите, да. Мне только периодически теперь нужно будет вот подходить к ним и вот так делать. Чунш, чунш. И складывать, да, складываем сферки и даем дракончикам снова вот зарабатывать. Что я сейчас делаю? Какая моя основная цель? Моя основная цель — заработать сферу вот эту, 8 уровня, которая называется сфера жизни душ. 9 не добывайте с этого цветка, это будет очень-очень долго. Сделайте примерно за час сферу 8 уровня и запускайте. Там, где вот эти клеточки по 500 начнутся. Тут еще вот эта мелочь вся откроется. Сейчас я посмотрю, какая тут форма у нас. Вот такая бирка, да. Надо подумать, вот здесь вот у нас уже по 5000, сюда не запускайте. Ваша сфера тут уйдет и ничего не откроет. То есть, значит, здесь и раз по 5, значит, надо запускать в этой части. Вот тут вот, вот тут начинает запускать. Вначале откроются вот эти клеточки все по 50. И потом по 500 вот эти все клетки будут открываться. Наша основа, которая нам нужна, вот эти вот мертвые кустики. Каждый кустик, который скушает дракончик, будет давать нам несколько вот таких вот ростков цветка жизни. И мы будем их соединять, потихонечку соединять, пока не получим росток дерева жизни 8 уровня. Чтобы это было побыстрее, когда соберете цветок вот 6 уровня или 7, тогда у вас уже соберется сфера 9 уровня, сфера жизни небес. Можете смело ее тоже запустить. То есть и тогда уже вы быстрее соберете росток дерева жизни 8 уровня, и он уже будет вам давать сферу жизни вот такую вот синенькую. И тогда уже вы сможете прекрасно, прекрасно добыть еще 5 сфер. То есть всего, чтобы открыть все вот это поле, вам понадобится 6,5 сфер максимальных. То есть половинку мы сейчас запустим через час примерно. И еще 6 сфер жизни небес нам понадобится, чтобы все это поле открыть. Потому что чем дальше пойдет, тем клеточки будут дороже. Они вот 500, потом 5000 будут, а самые дорогие клеточки по 50000. Вот, вот такой у меня план. Вот такой план, я буду над ним работать. И тогда уже, наверное, встретимся с вами в среду, когда будем получать призы с этого события. И будем рассматривать новых дракончиков. Так что желаю вам тоже получить вот таких интересных новых призов, таких вот красавчиков. И заполучить, потому что вот такие вот события, которые год кролика, год тигра, они дают специфических драконов, которых потом нету, да, и получить их потом негде, можно так сказать. Поэтому очень большая мотивация и заманчиво это сделать и пройти это событие полностью. Ну что ж, а пока, всем пока-пока, до следующих встреч, до свидания.